Hi guys, welcome back to Junris Vlog Reaction. For this video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Privet and spasiba to our Russian friends. How are you all guys? I hope you're doing well and amazing. And the title of this video that we need to do some reaction for today is The British's Laugh at the Ship Thinking It's Russian. Oh my god, from the title itself, it's so interesting. A credit to the owner also with the video to Army, the true story and the stories I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it, guys. Enjoy. And I really want you to turn on the CC down there for your English and Russian subtitles. Wow. Thank you so much for this video. Всем привет! Недавно российский фрегат «Адмирал Макаров» вернулся из Санкт-Петербурга в Севастополь. Он проходил Ла-Манш. По старой и не очень доброй традиции, командование британского флота заявило, что оно успешно перехватило российский корабль и под строгим надзором его сопроводило. Однако британцы умолчали о главном. Чем они перехватывали адмирала Макарова? Как оказалось, ни одного свободного боевого корабля во флоте Ее Величества не нашлось. Что, собственно говоря, и неудивительно. Ведь новейшие английские эсминцы типа Дэвинг стоят на ремонте, либо в ожидании оного. У кораблей оказалась крайне неудачная силовая установка. В связи с этим российский фрегат отправился перехватывать обычный тральщик класса «Хант». Правда, что он мог там наперехватывать, непонятно. Все его вооружение – это две зенитные автопушки калибра 20 мм. Короче говоря, история еще та. И в связи с этим мне вспомнился еще один интересный случай, тоже связанный с британским перехватом и российскими кораблями, но произошедший 2 года назад. Зимой 2016 года к берегам Сирии отправился адмирал Кузнецов с группой сопровождения. Еще в начале этой эпопеи чадящий своими котлами Кузя не в меру перевозбудил зарубежную прессу. Поэтому на момент прохода Ла-Манша британская общественность уже была разогрета и готовилась с памяти язвительными твитами. На одном из профильных форумов местные эксперты несколько увлеклись, что вылилось в весьма забавную переписку. Комментарии были следующего рода. Если это ведро развалится прямо в проливе, то пусть русские сами убирают этот хлам долой с наших глаз. Подождите-ка, это и есть русский корабль? Боже мой, это их боится Америка? Я смеюсь, боже, мои бока. Благослови вас Бог, русские, как я вас люблю. Мем «Россия Стронг» проталкивается генералами НАТО, чтобы доить военный бюджет. Их частенько записывали на видео в припадках смеха, после их же объявлений о том, что Путин может появиться в Балтике в течение 5 минут. Они вливают все больше денег в НАТО, а Россия тем временем ржавеет. И еще пару сотен таких сообщений в том же духе. Однако нашелся один предатель, который обломал все веселье, потому как узнал в русской лоханке, сфотографированной и выложенной на тот форум, фрегат британского флота «Ричмонд». Господа, это «Ричмонд». Лучше удалите ветку, а то мы выглядим как дураки. Oh, that was so interesting to watch and to listen with this one. Seeing the frigates of Russian, it's so amazing. And this is how incredible that they can compare also with the British frigates, and they were shocked. Of watching and laughing with this one, that they are thinking that this is the Russian frigates, but for the British. Indeed, it was so nice. I love this one. I really want to hear also with you at the comment section what are your thoughts with regards to this video, guys, because I enjoyed watching like this, like the Navy SEALs and then their frigates and this type of video, guys. I hope you enjoyed watching with this one. And if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share and subscribe also with my channel. This is Junris Vlog at a React, saying stay humble, stay positive, guys. If you want to connect, my social media account is in here. If you want to connect, my second channel is in the description box below. Thank you so much and privet and spasiba to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po.